Первая криптовалютная биржа в СНГ, об открытии которой было заявлено ранее, может стать эффективным инструментом для привлечения новых инвестиций в страну. По словам основателей проекта, вскоре на торговой платформе среди большого количества мировых индексов и акций крупных зарубежных компаний появятся и белорусские предприятия в виде токенов. Как итог, отечественные и зарубежные инвесторы получат уникальную возможность вкладывать средства в активы белорусских компаний. На этой бирже со временем, если там соберется достаточная ликвидность, белорусские компании смогут выпускать свои токены и смогут привлекать таким образом инвестиции. Как известно, без инвестиций, без вложений не бывает роста экономики, не бывает создания новых рабочих мест. Поэтому, собственно, мы верим в то, что если этому проекту получится действительно набрать какую-то аудиторию и набрать достаточную ликвидность, то оттуда белорусские компании смогут привлекать инвестиции. По утверждению инициаторов проекта, создать благоприятное правовое поле для развития популярной криптоиндустрии в нашей стране помог революционный декрет о ПВТ. Благодаря документу Беларусь зарекомендовала себя как перспективная страна для развития блокчейн-технологий.